Это город железнодорожный Московской области. Подушки похлопайте! А если вдруг кто-то захочет с нашей массой сбежать домой? Ну, вдруг там у него не блины, а пельмешки дома ждут? Тогда предлагаю сначала ее затанцевать, а потом не выпускать. О! Итак, сейчас все собравшиеся здесь должны повторять движение специально, чтобы маску завлечь. Готовы? Давайте ручки все поднимем, мы взрослые и дети! Все! Покажем свои варежки. Так, молодцы. Дальше подпрыгнем раз. Подпрыгнем два. Подпрыгнем три. Сделаем хлопочек раз. Хлопочек два. Хлопочек три. А теперь музычку погромче. Повторяйте. Все за мной. Ручки сложили. Готовы? Не слышу, готовы? Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ножку, хоп, спак, жизнь. Есть. Еще раз. И раз, два, три, четыре. Ножку, хоп, покружились. Молодцы, а теперь взрослые вместе с нами повторяют. Давайте, взрослые, все. Дальше нужно подразнить масленицу. Ручки вверх поднимайте в замочках. Это будут выходы. Сейчас маслина увидит эти выходы и постарается пробраться в него. А вы должны закрыть и не выпустить ее. Готовы? Готовы. Давайте я еще раз расскажу. Ручки наверх все поднимайте. Масленицу не выпускайте. Вот только ваша сторона прыгает. Пришла. Подойди всех туда. Девчонок, договорились? Я с вас капюшон снимаю. А, погодите, где любимая? Нельзя. Чего это хотел? Переложить тело, что ли? Ага. Чего хотел бабе Ягой? Чего они там хотели? Ну что? Итак, сейчас наш баба Яга будет стараться вас поймать. А вы должны не попадать и убегать. Готовы? Хочу девчонок, они находили мальчишек. А, вот так. Тогда все девчонки выходите в круг.
А мальчишки, делайте круг только крепче. Постарайтесь не попасть в этой бабинке. А мальчишки делают 5 больших шагов назад. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сейчас, девчонки, ваша задача уворачиваться да убегать от бабки ёжки. Сейчас скажу, девчонки, кого поймаю, того заобнимаю. Заобнимаю. Ваш класс, значит, не упасть, не идти за малышами. Я вас не вижу, но хорошенько слышу, поэтому можете дразниться, договорились? Дразниться умеет. И, ну, все, готов. Кого-то сейчас буду обнимать, кого догоню. И музыку! Ура!